Югра подходит к золотому веку молодежной политики. Развитие этого направления обсудили на совещании в Ханты-Мансийске. На семинар были приглашены руководители управления молодежной политики из всех муниципалитетов Югры. Говорили о продвижении работы в соцсетях, о том, как оптимизировать отчетность. Творческий компонент этой встречи – мозговой штурм для генерации идей по региональному фестивалю «Действуй». Это один из элементов большого всемирного фестиваля молодежи, который состоится в следующем году в Сочи. Вместе с участниками поговорим о важности и необходимости социальных сетей именно в сфере молодежной политики, поскольку сейчас большая часть молодежи она обитает именно в интернете, в сети. И очень важно, чтобы группы муниципальных молодежных учреждений были понятными, доступными и информативными. И, собственно, сегодня мы разберем такие часто встречающиеся ошибки, которые есть, и придумаем, как найти решение с этими ошибками, как найти ответы и сделать эти группы красочными, классными и понятными для ребят. Наш губернатор Наталья Владимировна все внимание уделяет именно развитию молодого человека, и для этого закладываются очень важные государственные механизмы, которые, ну, во многом имеют определенную инерцию, то есть им нужно время для того, чтобы там, новыми мерами поддержки воспользовались люди, чтобы мы получили обратную связь, ну и так далее, и так далее. Да? Но, тем не менее, тот фундамент, который закладывается и который мы накопили за предыдущие годы, сейчас говорит о том, что перспективы у молодежной политики самые радужные, эта сфера расширяется.